пойдем ловить рыбу, когда доедем? Мы с тобой моментально пойдем на рыбалку. Я ужасно рад, что мы выбрались сюда. Проведем время все вместе. Котенок, уже холодает, идем. Ее здесь нет. Тейлор! Тейлор! Где она? Молимся неустанно за нашу дочь Тейлор, чтобы она вернулась к нам невредимой. Я вам очень сочувствую. Такое горе. Сколько ей было? Почему вы спросили, сколько ей было? Полиция позволила нам помочь вам в поисках. Вдруг Миранда тебя отвлекала нарочно, чтобы ее муж похитил нашу дочь? Я считаю, что вам с миссис Майклсон лучше перебраться в отель. Я точно не уеду отсюда, пока моя дочь не возвратится живой и невредимой. Мы должны продолжать поиски. Что это? Нужно вызвать полицию. А он в это время удерет. Я возьму пистолет. Мы обнаружили тело туриста на южном берегу. Мы убийцы. Мы должны держаться вместе. Между нами ничего нет. Что у нас осталось без нашей дочери? Вы не должны оставлять надежду. Но вы также не должны застревать на других стадиях. Иначе тупик. Никто, извини, никто отсюда Господи. Не уедет, пока не ответит на мои вопросы. Я знаю все про тебя, до самой мелочи. Вернись! Примириться значит отпустить. Хотите что-нибудь добавить? Час истины.